Здравствуйте, меня зовут Татьяна Крутикова, и в следующей лекции мы с вами поговорим о компенсациях за использование личных автомобилей в служебных целях. И вы узнаете, как правильно оформить эти компенсации, какие нужны документы и как правильно исчислить налоги. И очень надеюсь, что после этой лекции никаких проблем с выплатами таких компенсаций у вас не будет. Смотрите на видео консультантов.